ЕР-2153. ЕР-640. Десять диоды ЕР-503, 508. Кажется, 50 штук должно быть. Сорок. Пятьдесят один. Ну, может, я тут немножко неправильно где-то сосчитал. Ну все это не так дорого стоило, поэтому я тут много всего заказал. Сравню товары, то есть цены. ЕР-2153.
текст. 2,36 долларов 10 штук. Вот теперь в магазине ради деталей сколько стоит. А тут R2153 одна штука уже стоит 1,5 евро. А если покупать 3,136. Так я бы заплатил 13,6 евро. А тут я купил за 2,36 долларов. Доллар меньше стоит еще, чем евро. Где-то 2 евро примерно. А тут бы заплатил 13 евро. За 5,6. Вот как сильно сэкономил. Дальше. Диоды Гера. Ну, там таких диодов нет. Гер 508. Может, в другом радиомагазине. Нет. Ну, 308 тут есть только. 508 нет. Ладно, дальше. Транзисторы RF640N. Ой, есть RF640. Тут 0,8, 0,77 евро, если 4 штуки покупать. Мне кажется, в другом магазине в этом дешевее, тут все дешевее. Вот тут 0,80. Нет, тут не дешевее. А тут будет самое дешевое, если много покупать. Тут я бы 7,74 евро заплатил за 10. А тут я заплатил 640 N 1,75 долларов. А тут 7,74 евро. Так, а доллар еще меньше, чем евро. Так тут где-то 1,3 доллара. Так, это поделить на 1,3. Вот почти 6 раз. 5,95. Экономия почти в 6 раз.